один нескромный вопрос. Что у тебя по географии? Так, хорошо. Так скажи, где находится Занзибар? Нет. Занзибар ближе, чем ты думаешь. Он не слон, не лев, не птица, он в реке живет весь год. Крокодила не боится. Кто же? Правильно, бегемот. На самом деле бегемот и гиппопотам – это одно и то же животное. Но почему два таких разных названия у одного существа? Сейчас разъясню. Бегемот – это слово из древнееврейского языка, а гиппопотам – из греческого. Кстати, гиппопотам дословно переводится «речная лошадь». В повседневной жизни мы чаще всего говорим «бегемот», а вот гиппопотам – это более научное слово. Мы все привыкли думать, что гиппопотам, бегемот – это крайне неповоротливое и медлительное животное. Друзья, поверьте, это не так. На суше бегемот может развивать скорость до 50 км в час. И если что-то бегемоту не понравится, он моментально начнет атаковать. Джунги день рождения, она весит 2 тонны. Исполнилось 10 лет. И мы решили это делать вот так, этот самый поздравить. Сделали фруктовый такой овощной тортик. И вот угостили в манеже. Мне кажется, им очень это понравилось.
Чтобы выглядеть ангелом на выступлении, нужно чертовски много репетировать. Цирк 13 метров попробует узнать, какие и сколько ингредиентов нужно для создания шикарнейшего, красивейшего шоу. Девчонки, и самый первый вопрос. Сколько у вас в номере человек участвует? 4 ангела и Ромео и Джульетта. Скажите, а как вам удалось поднять в воздух столько народу? Ну, это очень долго репетировали, почти год, чтобы было все отточено и красиво. То есть вы гастролировали с цирком, но не выступали? Да, мы просто репетировали. Девочки, скажите, а помимо репетиции номера у вас есть какие-то занятия? Обязательно. Мы занимаемся хореографией, станком. В каждом городе нанимают хореографа с оперного театра. Также мы занимаемся пилатесом, чтобы всегда поддерживать себя в тонусе и в форме. Что такое пилатес? Пилатес – это подкачка для мышц живота. И растяжка. И растяжка. Какими качествами нужно обладать, чтобы неподготовленному человеку, к примеру, мне, попробовать? Это обязательно должна быть, мне кажется, сила. Это обязательно. Растяжка. И чуть-чуть гибкости. Все остальное... ну и трудолюбие. Ну, тогда наверняка я сейчас попробую и узнаю, насколько я сильный, трудолюбивый, растянутый, и насколько мне это нравится. Можешь попробовать? Конечно. Это как теперь это одевать? Одну ногу сюда продевай. Окей. Не факт. Давай, наверх. Так я не... Девчонки, вдыхают? О! Очередной раз я вписываюсь в какую-то невероятную ситуацию, которая, судя по всему, в итоге которой я опять окажусь под куполом цирка. Цирк – это... Не то, что работа, это адский труд. А, окей. Прям сюда, прям в нее. Понял. Стопы, вот так. Куда я полю? Так я вас сейчас врежу, да, по сути? Ну что же, дорогие телезрители, сейчас я попробую себя в роли, ну, такого начинающего ангела. Посмотрю, что из меня получится. Надеюсь, я там облака не поломаю. Поехали. Оп. Держись. Главное не потерять шляпу. Где она? Я, по-моему, слабое звено в нашей компании, да? Я вам скажу так, выглядит это намного проще, нежели есть на самом деле. Так я переворачиваюсь. Но зато я вас держусь. Я теперь веду наш номер. Оп. Оп. А что, это, видимо, не так должно происходить, да? Дорогие телезрители, не повторяйте это дома, даже если у вас клюсты, крепятся два вот таких троса. Оп! Благодаря девушкам я почувствовал себя настоящим ангелом.
Ну разве не ангел? Цирк 13 метров обошел весь Занзибар, и в следующем выпуске твой пытливый ум будет радовать новая цирковая программа. А пока любопытствуй, фантазируй, рисуй, и самое главное, помни, что чудеса в нас самих.